Единый расчетный информационный центр Ямала с сентября прошлого года внедряет новое программное обеспечение. В этом месяце переход проводится в Губкинском. В настоящий момент в систему переносят данные почти 10 тысяч лицевых счетов. В связи с этим для передачи показаний счетчиков и оплаты услуг в режиме онлайн необходимо заново зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ЕРИЦ. На сегодняшний день у нас внедряется вот более удобный новый личный кабинет. Для регистрации в новом личном кабинете абонентам потребуется новый лицевой счет. Его люди смогут увидеть в квитанциях за январь месяц 2019 года, но это будет уже в феврале. Если сейчас хотят, могут узнать, позвонив нам в офис, либо подойдя в расчетный центр, в центр обслуживания клиентов, уточнить свой новый лицевой счет. Также есть возможность сообщить показания счетчиков по телефону. Для города Губкинский уже внедрен многоканальный единый телефонный номер. Это клиентская служба поддержки 8 800 250 6006. Позвонив на этот номер, можно узнать и задать вопросы и по начислениям, и передать показания приборов учета. На сегодняшний день обновление системы проходит в штатном режиме, однако специалисты напоминают, в случае обнаружения неточных данных в счетах необходимо поставить об этом в известность сотрудников ЕРИЦ. Если возникнут сомнения у потребителей по поводу правильности цифр и начислений в информационных листах, они могут обратиться в офис ЕРИЦ Янао, либо по телефону, либо на электронную почту губкинский@ерицянао.ру. В Губкинском филиал единого расчетно-информационного центра Ямала находится в доме номер 5 13-го микрорайона. Специалисты стараются закончить переходный период в ЕРИЦ как можно быстрее, чтобы работа структуры с населением строилась максимально доступно и открыто. Валерий Усманов, Алексей Магин, новости Губкинского.